У меня вариантов до пизды. У меня друид, шаман, прест. На выбор. Но на кровяшке я хотела бы остаться. Келесит, Талдарум и Валанар. Дайте рыбал. Падали. Помару. Ну, мы по одному графику идем, так что нормально. Лапку киньте. Спасибо. Сан-Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Ну, мам. Ну, мам. Где работает? ПС крутит. Даже как-то некомфортно без нее. Я привыкла так и набирать. Ой! Будь здоров. Еще раз так сделайте, выкину из Дискорда. А если выкину из Дискорда, Войд выкинет вас из рейда, поскольку вы не в Дискорде. Предупреждаю. Блять, а что его шотнул? Полетела сама. И говорю, летать не умеет. Или кто там говорит?
Да, как Лёша говорит. Ты говоришь. Да. Над боссом падает сфера. Милики, запятая, хуилики. Группу. Все отказываюсь. Я паролю отдам все, что солю. Да, был. Не отказываюсь. Сколько ж не передается, если их забрать? И все три шмотки получил. Все ебало в катушках. Очень хотела. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же! Встречай свою вторую смерть! Там. Ну, Мишка и стоит, отвернутый от рейд.
хочу согреться, хоть после смерти. Нападай, гроза плети! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Жалкие меня создания! Ничто не спасет. Нет, потому что вы запустили ивент. Продолжайте сражаться, братья! Волнуемся. Ну так нехуй пулять, ебать, ну ДК спешит куда-то, пусть, блядь, троих и танчит. Я стою ресой, блядь, в начале комнаты, а он, блядь, бежит, ну. Если выйти с комнаты, то можно рес. Я бы ходил, что-то все равно бой висит. Квадрат, добейте быстрее, будет легче. Теперь с наименьшим хп добейте, по таргету просто возьмите и добейте. Хорошо, что вы не знаете, как я Эрелю, господи, блядь. Это будет смешно, но я даже не могу войти в инст, потому что идет. Ивент. Пока ивент. Подожди. Боже, что это за лог теряет, блядь? Блять, вот петуша. Теряющего добейте. Теряющего. Один полководец, не шоты. Не бейте, вы отхиливаете. Бейте. Стопайте. Пробивает. Нет, баг какой-то. Наверное, я не знаю. Причем жестко скидываю. Я два раза не успеваю даже, блядь, на неё тыкнуть. Реакция. Наших товарищей была неизбежна. Они жили и умерли во имя Серебряного Авангарда. Впереди вас ждет много опасностей. Постарайтесь сохранить все части тела. Я тогда могу с Павлом полетать. А, да что, Ванна? Нам мешать друг другу. Да нет, ты чё? Не, мешать вы не будете. Но не оставляй, ты что, рестор друидов, ДЦ.
Она. Ладно. Рыбаха, дайте, пожалуйста. Как вы мешать друг другу будете? Вы летаете, как приклеенные, друг к другу. Один стак засчитывается всем троим. Слева направо летает. Как вы там мешать друг другу будете? Блять, мы вы зайти не могли, а подали хуя. Кладбон пета есть там? Рачок, краб или... Кто из волков щит оденет на отхил? Прист, бафнуть, пожалуйста. По часовой стрелке. Сова, если это ты корнюешь, не корнюй, блядь, не корнюй. Мисс Хен, не летай, пожалуйста, против часовой. С нами вместе. Ой, разгром. Каста. А? Нет, этот мисс Хелл, походу, без дисплея. Чё вы мне тут лечите? Я перед этим правильно летал, блядь. Я перед этим правильно летал, а мне сейчас сказали, что я неправильно летал, типа. Ты против часовой лет. А сейчас летайте наоборот, я... Летайте по часовой стрелке, слева направо. Разгром. Разгром. Понял, я не знал, что вместе вот летать надо, вот что-то. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение.
спасение, герой. Я просто от смерти не встретил ни разу. Разбрал право. Если чё, я прожимки отдал, поэтому хильте не. Я это продал. Ну, у Мишки нету больше прожимок. У меня только что чуть. Не умею это выставить. Нет, я могу, да. Сейчас выйдем из портала, дайте кино. Разгром справа. Да, могу. Могу дистанно, да. Сразу теперь. Геру. Паладин, дерни с места. А, все уже нормально. Конник, это бог. Бога. Ты тут через холли-пал уже легко хилишь. Зря ты холли-пал хилишь. Сундук с трусами, ребята. Реально с трусами. Кольчужными. Ой, сладко. Говорю, по вагонь меня воет, пожалуйста, на варлоке. Да я шмоточек поднаберу. Угу. Сундук с латными трусами. Да. А куда идем? Да, объекты, катушки. Блин, как выражается старик, полная жопа ГП. Угу. Напротив идем. Шею стухлую случайно не пора ролить. Кровавая ланалева каратель. А, ну давай. Во, леталики. Алло, можно прийти на минуту? Пустяк. Потому что хуячит не тактика, блядь, ах ты первый попадется.
Я знаю, что не очень с духом было бы лучше, но... Ну, шаману, ну да, классно, почти. Да, да, да. Не знаю, не получится, чем мне. Объясните, пожалуйста. Будем стоять ждать. Нет, нахуя кидать вот на моба, которого контролим? Вот, ну опять тактик вменяю, он почти меня ваншотит. Потому что умный друид решил сагрить второй на А какой-то ник. Дик мод. Да-да. Халява. Один, смотри. Просто. А у тебя же тирена вообще, да? Не, у меня прилив. То же самое. На, у себя, конечно, пароли. Просто забавно так не ролл. Не, а, там кому-то надо, тогда отдавай, это я просто на ов. А, 86 есть, подожди. Это ДК. Кто? ДК? Ну все, 8. Ну это лучше, чем кольцо с сэмплей. Не, если кому-то нужны за мной ходят, то я могу ступить не по. Может, он хочет быть высокодуховным? На трансмут может. Ой, все, Войт, я уже зеваю, надо торопиться. Багруха, ребята. Убивайте с наименьшим хп, что вы как щукара колебит в разные стороны. Щукара колебит? Да, дайте фулл рубаф рыбку. Хорошая басня.
Кажется, справимся. Ну, давай попробуем. Может, я дальше бы попробовала, да. На грани, короче, вот так. Оля, выйди куда-нибудь в сторонку, я на тебя накину СС, я тебя найти не могу, глаза ебусь. Угу, делай. Че, на хила пиздавать? Ну, да, брафа, опустишь обратно эту реницу? Окей, иду. На какого из хилов убирай? Окей, иду на шаму. Ctrl-S нажимаешь и всё. Ой. Ну это, блядь, еще хуже, чем шкатулка. Ну не получится, зови на шамана. Тут посох падает. Плюс репутация. Оля, если не получится так, поменяемся аккаунтами, чтобы лишнее когда не вешать. Я бы, конечно, я могу тебе свой дать, но на твой я не зайду. Мне уже давали бан, что такое. Так, да, блин, мы прохилим, чё ты? Так чё? Я тоже порохила, говорю, что типа меня за это банили уже не хотят. Банили, потому что не подтверждали аккаунты с подтвержденными аками, не банили. Нет, нет, все равно. Если ты заходишь на очень много аккаунтов, то тебя забанят. Ну, я переписывалась с администрацией на эту тему. Я тоже, у меня тоже немного аккаунтов дали, меня забанят. Если у тебя все аккаунты подтвержденные, то в этом да, нет. Да, все. Дайте лучше много рыбки. Да. Да. Боюсь, имеется. Ну, смотри, перекличка долбоёба, пожалуйста. Это да, это смотри. Кусать по рекламу, да, ладно, ладно. Так, а танков, блядь, и хилов в самой жопе кусайте, блядь. Призбав. Все под боссом стоят на рандеме, в том числе. Скорее всего, нет. Давай я напишу ему. Пробивает, блин.
Нахуй ты. Рэнч! Ямайка, нахуй ты пари без бега. Он чуть полурейда не положил. Ой, зачем меня укусили? Да, разбойник коптив укусил. Лучше укусить, чем не укусить. Не целая. Буливан, кусай-ка вот. Вот меня укусите, блядь, стою. Моя прелесть. Приятного аппетита. Но мы ведь так хорошо. Много посохов трампало. Ну, проф, да? Разрулишь токен на рестарт. И я нашла маму. Сейчас найду. Потому что про... Ну... Разрой токен. Я подумал, что мы не просим профа. Салют. Я хочу зайти на своего шамана, на то, что и похилить. Это я на Лока хотела, да? Блять, шо Локов нету нахуй, который прыгнул? Ой, дай ассиста, я мага возьму на замену.
Всем подряд. Здорово. Настя. Да, ты бы сролила. Сказали, кидай ролл на хуйню. Не, да я кинула ролл на хуйню. Ты не знаешь, что надо мне эту хуйню отдавать? Ассиста мне лучше, да, ёшкин кот. Не надо. Это, карнавали, блядь. Коронавирус, дай ассиста, блядь. Чезару. Ассиста, дай! Пожалуйста. Ассистента. Рейд-лидера. Корон. Ассиста, это хорошо, да. Меня тоже на шамана возьмите сейчас. Еще не зашла, подожди. Еще не зашла. Сейчас коника ликовать будет. А то он бедный. Там баг онлайн, да? Его ж не было онлайн. Вага зашел, спросил, не хуёво ли нам. Ну, он про 2 часа ночи. Не, он не про 2 часа ночи, он про 3 целка подряд. А. Так, пати, давайте. Товарищи. Я его не спрашивала. Я знаю, что он обычки не любит, даже спрашивать не буду. Хотите, спрашивайте. Не ходит в обычки. Сейчас спрошу. Ну, почему-то знаю ответ. Да. Чё, пока тактику рассказываешь, нужно 3 минуты, можно выйти? Тактику. Лук сумрачный. Ну там, хуй его знает, может надо будет бежать, как раз найдутся такие. Окей. Все видели мой щит, вот хвастаюсь, выбила. Это не за донат. Кого щит кидать-то, ребят? Вы на кого кидаете? Там сопротивки обязательно. Если кого-то нужно. Вам что делать нехуй? Всем нравится.
Это грех не, по, не, по, не похвастаться. Поле... Грех не похвастаться. Спойлил я, но не специально, сорян. Насте надо было профа. Давай, Дилан, там кому-нибудь. Дилан, на шамане нет? Это ее шаман? Не, я на шамане. Я отвлеклась просто. Минутку. Заснула? Погибла? Из лужи, блин! Ненавижу вас. Я поняла, надо точить. Надо точить. Да. Короче, я дойду тогда быстренько тоже. Ничего, бама, никто не спалил. Вот, я тоже отойду. Кем заводить надо? Меликом, РДД? Ну хуй знает. Ладно, давай напал инвайт, хуй с вами. Вон рога коптив, блядь, хила кусает. Чё? Его оставь, пожалуйста. Я прошу. Он не дурак. И я, походу, самая слабая. Хотелось бы, но не критично. Ой, ты в совет хиле. Вешай метку на себя, пусть народ выбегает. Игротик, блин, обойдется. Тотем сопротивление мой. Да, я тут. Да, без проблем вообще. Закинь мне канту. Нет маны, нет. Рыба стоит.
поднимите, пожалуйста. Здорово всем. Здорово. Привет. Старичок, привет. Ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Беги, малышка, беги! Куда, блядь, алло? Нет, все нормально, ты чё?
Сейчас все в звезду, просто все РДД. РДД в звезду, скучно. Велики, лицо Колбата. Тема перест... Это милики с колбами не будут ДПС, если что. Давай, дам. Дайте героя, пожалуйста, по мёртву. Скриншотом напали. Я хочу на Тристан. Синдра. Я, короче, пойду косяк свой докурим, сманять. Я зашла на приста, попробуем, если вы по нём все опять зайду. Там колечко падает, очень хочу. Вот если б я не сказал, сразу вас поменял, тебе б сейчас плюсом. Ух, успел. Тебе нужна замена на Синдру или что?
С одной стороны, хотелось бы ТБЛ, с другой стороны, ну как бы у меня все ебало бы в ТБЛ, поэтому могу зайти на шамана. Рэл, если тебе на синдром места надо, я могу уступить. Или я могу нахуй пойти, тоже хороший вариант. Я могу. Я бы хотела. Мегабон дал Сталин замену. Да ну это на рофле же, ничего ты. Куда его умирать? Я могу уступить, если надо. Наличаю и синдром разроль, только печенька напала. Дубина. Ну, если надо, уступлю без проблем. Че там, Сумун будет, не? Тебя решили на замену, слышишь? Охуели, что ли, совсем? Ладно, это была я предложила. От БП. Черт. Так что, топишься мне или не? Или оставаться? О, блядь, даже комнату не почистили, шо за раки? Моя печенька. Это который с профа? Там есть у тебя что-нибудь еще на ретрика? Не, ноги. Вот это любовь. Если не сложно, кинь тоже ноги. А стоп, ноги не ботаю. Да, ноги. Все, не надо. Спасибо всем. Пошел на. Не вы хотите или я еще понадоблюсь? Меня слышал, нет? Войт! Алло, Войт! Провозик забрали. Старик, как дела? Да пойдет. Ракообразных учу. А ты тогда присоединись, пожалуйста. Ну, сам себя в перст. Я не могу за... Не шаманом, а друидом хожу, кстати. Так, я шаман принять не могу. Человек, походу, еще не вылетел. Так, вот есть у кого-то на продажу? Подает. Я не могу в инзайте еще чекаю. 25 человек не вылетел. Я топ-хил, ты чё? Кирсформ. Я топ-приста.
Видишь, все гены залазят. Ну ладно. Там был ваншот. Он давно сидит здесь? Да, уже да. Два десять. Там обзывается. Там да подождали и прилично, блядь. Один как да, сидел на мне, так и сидел. Ударом. Мне въебало 43,5 тысяч. Добивайте по таргету, добивайте. Быстрее, резко. Нет, не успею, у меня масс-реса нет. Сразу кос... А чё с танком случилось? Я вообще, блядь, в чате переписывался. Хули меня убило? Вот видишь, я же говорю, блядь. Да, всё. Уже надо всем вайпаться. Можете подождать, сейчас я прибегу, подумал, я уже на вальке. Он будет быстрее, если я подам. Кто побежал? Все встаем. Все встаем, все. Иначе комната еще больше забагается. Вставайте все. Ходите. А можно синдром потанчить? Да, на. Глубина. Что там скучно дамажить? Фрост-резист. Есть? Нету. Да ладно вам, какой фрост-резист в обычку? Я подозреваю, что кто-то сорвет агро. Рвет у меня. Вот это зря. Не зря. Да. Вот это ты зря говоришь. Ну, по-любому сорвет. У нас пол тоже есть хороший. Вроде не срывает. Да? Четыре. Значит, не сорвешь. Ну все, без проблем. Я ж просто спросил, ну. У нас сейчас два рестер-друида, да? Ну нет, мой. Я хочу на этом остаться на плести. Тяжело будет на Синдревича. Третий рестер дроид над сила. У вас что на следующую неделю? Каникулы, не? Работяги? У нас долбоебы военные, знаешь, что замутили? Ебать, я ссался вчера, когда мне позвонил начальник. Гражданские, короче, все дома сидят, как президент сказал, а нам сказали марлевые повязки сделать и на службу нахуй. Вот, сука, я в ахуе с них.
Ебанутый, сука. Еще 6 слоев обязательно, ты понял? Считать, наверное, будет. По-любому, блядь, пересчитаю. Ебанатый, сука, блядь. 2 года осталось и нахуй на пенсию. Все хорошо, у нас Лукашенко сказал, нет, нихуя, заезжайте, живите. У кого этот коронавирус 50 грамм ёбнули, в поле на комбайн работают. Ну на него это похоже. 50 грамм. Чё, Кир? А ты чё не пиздишь, я не понял? Не мой, что ли, стал? Старик, ты отдыхал? Чего отдыхал? По-другому спросил, выпил? Я не... Ты какой выпил-то? Я проснулся только недавно, я вчера бухал. Просто бодренький такой. Так только проснулся, полчаса назад. Тем более вчера бухал, конечно, бодренький. Старый. У меня просто 5 утра. 11:30 вот днял. Сейчас уже за пивом пора со второй партией. Ты чё за... Ян 200? Кто виноват? Я виноват. Да, я... Нахрен ты била сразу? Я не била! Я чё ты вешала? Нахрен ты била? Старый выгон. Косяк, из-за себя сдохну, да. Знаешь, что я сейчас сделала? Я вместо у Джиса купила не реги для приста, а купила пристом реги на друида. Я уже, мне пора спать, ребят. Это нормально, это ты для меня старалась, наверное. Рада была видеть. Давай, кинь обмен. Да, конечно, рада. Кинь обмен. Вот. На. Его я-то их и закупила. Так что мне нужен будет джип. Знаете, лапку за это. Ой, повешай метку, на кого бить, а не всех. Старый, не слушай этого протвара. Я бы вообще ему не доверял. Вага, что-то у тебя голос тоже усталый. Тоже не, ты... я в кашу. А, понял. Ну, как раз таки хорошо. Тут это хилы-то есть, да, захилят? Кто мне там угли уже подбирает? Света, ты мне это брось. Отойти надо, мне я кальян забил, угли уже подгорает, надо ебануть. Зашел, принял КД и, короче, говорит, я пошел, да? Я не успел. Зубы дал. Оплял, дал. Там этот, ну,
крик за его. Я был бы благодарен, если бы я еще помогал. Бля, только не говори, что это заново все опять говно. Нет, еще один мелкий был. Ждите, сейчас еще будет, по-моему, два факта. Да заевозился один крип, он убежал. Там пал с ДЦ, только ебать, что вообще хилят. Особенно ДЦ, смотри. Коника, вся надежда на тебя. Мне кажется, Коника перестал разговаривать, потому что он сидит и вытекает. Да. Долго нет адов, значит, будет комната повторно. Пиздец, и чё, короче, где... Заново типа опять? За что? Не прохил, блин. Ты-то куда? Хуй его знает. Куда-то. Ну, а трэша только мешки пиздато набирают. Не успею, наверное, резать. Слушай, я тоже его вспомнила, хотела спросить, он же был в начале, нет? Так а Саня разве не одет в топе? Господи. Хильте. А наш шаман, ты все, вылетел он всегда? Бля, у нас два напулера. Вы напуливаете вообще?
Бля, это самая долгая комната, которую я видел. Да не только ты. А, открыли. Аллилуйя, ворота открылись. Нихуя! Помните, когда... Просто пожалею. Помните, когда Алара в ХМ-ке убили, тоже так кричали? Я, да. Только обязательно. Они вообще. Они же работают через жопу, они не идут за тобой. Сейчас все застанем, все отхуярим. Скучнее бы сделал, но я боюсь. Дай так, я даю первый. Да. Походу мышцы для звезды. Мгновенные 136 тысяч ДПС. Я охуенен. Нет, меня подняли. Да. Блять, верните мамам по назад. Да, да, сейчас. Без проблем. Да, мама, не нужен больше. Стой, мне нужно реги купить, я же не те купила. Ну сейчас мобов убьем, я побафую пока что, потом поставлю. Хорошо? Да, да, да. Чего Настюша притихла? Ну, мама, нужен был закупать спок. Подожди, нужен ДДшник? Вард 263 пойдет. Все, спасибо. Так, все, я тут. На твоей совести два вайпа, ГП. В смысле, я живой, какие вайпы? Каша. Все, все закупились, кто хотели? Нет, я не, я ж хилю, я не могу. Сейчас. Кто, давай я подбегу. Я а что закупаете? Ну я же не те реги купила, забыл. А, я тоже можешь, пожалуйста, сесть отдать тебе, не я возьму. Я через одного хорошего человека закупился. Благодарствую. Ты не закупился, это был... как? Благотворить. Да-да-да, во-во-во. Именно это. Помощь бедным. Я не знаю, почему я это купила. Я не знаю. Ты ради меня, в подсознание, я же знаю. Да, я сидела, думала, господи, где старик? Нет, на самом деле, блин. Ты чё ты?
Видимо, Кис, ты что-то тоже в 5 утра активен, блядь, залупаешься и залупаешься. Видимо, неуместный вопрос, да, старик? Какой? Чем ты ливнул? А, ну, я не буду здесь всем говорить. Ну, захочешь. Потом мне захочешь, ответишь. Нет, так... Я чувствую, мне придется на шамана, но мне нужно кольцо с этого босса. А, это ты Буливаша ругаешь? Нас был Серебаша, теперь будет Буливаша. Ну да. Ты Дубе не дашь ассиста? Или уже не нужен ничего? Так, Буливан, сколько камней исправил? Осталось все штук. Да злюка ты. Представляете, я сдавала гимн, я вас спасла, а сама сдохла. Мне очень жаль. Тебя очень не хватает. Линкни, пожалуйста, ему еще раз в Дискорд. В общем, старик, тебя не хватает Блять, все, писать долго. Да гильдия нормально напоминает нас, когда только ДВ-составик появился. По чуть-чуть прогресс такой идет. Вот прям вот копия напоминает. Ну, есть там кого-то. Потихонечку, помаленечку, да? Да, они тут что-то... Я с ними вот вторую неделю, они что-то там... Ну, совет не могли убить. Я им там помог, они убили. Ну, как сказать. Там наши с ДВ, кого Леха кикнул, кто сами ушел, тоже хорошо усилили их. Пойдет, тут прям вот, есть вот сейчас, сейчас именно такие, да, есть, ставлю. Именно такие люди, которые вот как мы изначально одевались. Ну ничего, справитесь тогда. Ну это только с ДВ. Если что, можно вары взять, тоже дамажит нормально. Замену какого-нибудь вагона. Да так, местный один оборванец. Да он ладно. Не из нашей гильдии, просто промоут мне, да, если замена будет, я возьму. Давай, ладно. Даю. Пожалуйста.
что я прочитал, вот. Я извиняюсь, так может маг поставить плюшки, все возьмут, прибегут и сядем. Блядь, еще эти. А ты чё? Чё же? Вы сюда явились! Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия! О, я убегаю, я поняла. Можно не... Я тут погоном буду сейчас. Я не метаюсь, я Шаман по таргету. Ты без проблем. Без проблем там. А он блинканулся прямо в тот момент, когда мне 2 секунды осталось дух. Справа. Ой. Там же. Замолчите. Центральный стоп. Право близко. Правую помогите разбить. Да поставь для босса. Вот сейчас третья будет. Если будет.
Будет. Да лучше бы стопнул, мне кажется. Хустеры. Смотрите, чтобы центральные не разбили сразу. Справа близко. Лево далеко. Рога харе нахуй дома получает. Там же. Там же. Рога, да. Ой-ой. Танка стильки. Я забыла. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь... Еще раз кого подъем? Стаки скиньте, уже больно. По 5, по 8 стак. Нерв, нерв. Вижу. Хера стаков. А может там герой там? Я уже далеко уйду вправо. Я на шамана. Там уже под конец пиздец, РДД все лежат, освобожденка чисто на одних хилах висит и висит, висит и висит. На шамана мне. Крейзи, воспользуйся камнем души, если можешь. Подними всех тут. Да и яму. Не бегать. Че, подымет кто, да? Помолите.
Да вар слился, сука. А чё надо? Чё надо? РДД, да? Сейчас гильдии спрошу. Поменяйте местами мне с пятой группой с восьмой. Старый, там как бага. Ты... Бля, чё делаем? Половина рейда там. Суммоним или... Суммончик. Старик, посмотри мой щит. Ща одна. А, этот. Вы же там убили, да? С робота ХМ. Да. Топовый, да? Я, может, через полгода увижу его. Когда в жопу понерфят все. Да, Кирс, хвастуша. Что-то нет. А это когда убили робота. А он давай в этот, в общий чат-то по линку РДД может открыть. Да, это мы уже второй раз убили. Повезло, Брецу, там у нас два шипами танка выпало. Не, а я шмот-то смотрю там в этой. Он же, если получается шмотка выпадает, то они на продажу сразу кидают. В магазине она отображается. Я уже слюну пускал по этому щиту. А какого? Mm-hmm.